Сегодня у нас суббота. Сегодня у нас день замечательный. Я сегодня уложила волосы, потому что мы завтра едем на пати. У нас завтра мероприятие, вы увидите какое. А сейчас я пойду купать Максика и, может быть, покажу вам. Мы пойдем ванну принимать, да, зайчик? Пойдем скорее ванну принимать, сладкий, пойдем. Для Максика мы вот такой используем шампунь специально для животных, который помогает шерсть быть мягкой, пушистой. Шампунь, который бесслезный, и шампунь, который убивает насекомых. Насекомых, да? Правильно? Не знаю, как сказать. Максик любит. Купаться он любит. Вот, смотрите, как он стоит ледненько. Водички чистенькие. Уши мы теперь стрижем коротко, потому что ушки в еду опускаются у нас. Зубков у нас только два осталось. Стоит смирно. Он, конечно, себя сейчас вылизывать не может, особенно вот с одной стороны ничего, а с другой стороны проблемно. Шампунь нужно наносить и оставлять, по-моему, минут на 10, если я помню. Шампунь уже мало остается, но, может быть, и поменьше. 10 минут, конечно, не 10, а может и 10 минут пройдет пока. Сейчас его макароны отмоем. Да, это не макароны, а что у нас здесь? Колбаска на ушах прилипла. Да? Ушки у нас, конечно. Ушки надо хорошо промывать, но надо помнить, что в ушки, чтобы не затекала водичка. Can I get water inside his ear, man? No. I'm washing him 10 years now. Мы еще не помыли лапки. Лапки, давай лапки. Конечно, надо стричь всю эту пушистость, но у нас проблемы с стрижками.
Their duty because he can't clean himself anymore. Tongue doesn't like it. Doesn't like it? No, it's soap, Marina. What do you expect? Ну вот окупнули мальчик, Максика, мальчика нашего, чистой водичкой. Сейчас его выжмем и полотенчики там, где мы уже настелили. Hold on, wait. Use any ATM anywhere in Australia for free. Join ING Direct. Almost. You may not believe in the invisible. No. So this was like a casting of their horse? Yeah, totally. It was a pair. Against the back. No way. I finally find something that I'm totally in love with on this property. You know, it's unusual stuff. It's just the way that I am. This horse could be what salvages this pig to me. You interested in selling that? Here, Max. Here.
Be expecting a treat. Okay, I'll get you something. Being good boy, you got a little bit of biscuits. Сейчас все вот это вот в стирку. Полотенце, Макс, ванну, все стирать. Сейчас он 30 съест. Ой. Ой. А. И вот, здесь все чисто. Сейчас чистую водичку. Мама помыла все чашечки. И Макс подбегает, думает, сейчас ему ужин, но ужин еще немножечко надо подождать. Ну, покажись, какой ты чистенький. Макс на люле лает. Ну ты чего? У нас вот люлю еще есть. Вот у нас еще какая игрушка. Ну и ты чего? Чего ты на Люлю лаешь? What do you want?